В Амурске прошел дальневосточный турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества по двум возрастным группам. Об этом в следующем материале. В целях популяризации физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, прошел турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 14 команд из города Амурск, Ванино, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Финальные игры по 2011 году рождения первое место заняла команда спортивная школа Олимпийского резерва города Комсомольска. Второе место занял трансбункер Ванина. И третье место заняла ЦДО Дзёмги Комсомольск. По 2009 году рождения школа Олимпийского резерва Комсомольск. Второе — Фортуна город Амурск. И третье — Старт Энергия Владивосток. В результате честной и упорной борьбы победителем турнира стала команда из города Комсомольска-на-Амуре, спортивная школа Олимпийского резерва номер 2. Награда, я же говорю, первое место наше достойное. Команда Комсомольская-на-Амуре, юности, недавно участвовали тоже в турнире. Ездим в Хабаровск, ездим в Ванино, Совгавани. Ну, получается у нас призовые места. Хороший тренер, хорошая команда, подбор. Третьяков Евгений Сергеевич. Также с Комсомольска-на-Амуре. Что можно сказать по крайней игре? Ребята продемонстрировали свое мастерство, доказали это на площадке, забили много голов, пропустили всего лишь один. Поэтому я как тренер доволен. Ну а сопернику можем отдать должное, что сопротивлялись, пытались оказать нам сопротивление. В завершении мероприятия победителям турнира вручили кубки и дипломы.